танците за ран си, значок мастерство автомата убит за радост чем противников. Круто. Я тебя уже тут жри, жри, говорит. Ты где есть? Ух ты! Их там двое, оказывается. Вот в панамках какие классники. А бочки там не взрываются случайно? Я тут просто дорогу тут плохо знаю. Но я пока он за тобой бегу. Но еще тут враг к нам перешел. Я что-то забежал тут в темноту по воде. Да, совершил самоубийство. Я думал, там недалеко. Ну, они нас вот уже сюда откинули. На мостик, да. А тут гранатомета кто-то фигачит. А здесь что интересно? Блять, свои. Хрен ли вы там стоите тогда? Ящик будет с этим стыкаться. Так, в лагере выходим, да? Гранаты меня. Колеса здесь. Берегись! Граната пошла! Прикрой!
Я тут прям рядом с танком с вражеским стою. И я под танком. Меня сожгли. Из танка. О, там вылез. Но я видел. Одноглазый там какой-то вылез. То ли снайпер, то ли чё он. Опа, я убил прям с этого, с лагеря. Где с высадки. Это снайпером, если зайти. Ох ты, меня тоже тут хотят убить, уже почти убили. Это мы вот этот танк получается. Танк, ты конечно круто. Только я раненый сильно-сильно. Череп ему попал вроде бы в каску. Помощь при важных убийствах. Надо ж так, тогда перезаряжайся, хоть что ли тут ящик валяется с патроном. О, кого-то гранаты. Наверное, двойное убийство. Слушай, я тут вообще один остался. На... А нет, ты там еще правее пошел. Одного прям в голову, к которому ты, наверное, подходил. Так, справа кто-то, сливать тебя кто-то. Рядом с танком идет. А, я хотел тут за снайпера зайти, посмотреть, что за это самое, а то отсюда тут с нашего лагеря простреливается. Потому что я с автомата просто застрелил там одного.
Там с танком-то кто-нибудь разберется, надеюсь. А, слева кто-то там идет. Ох, ты не успел я его убить. Нет, убил. Воу. Там просто на его месте другой появился, и еще один появился. Вон там она, толпа их. Одного убил, одному гранату кинула, второй опять меня заклятый враг мне стал, гамма-галором. Ну да, так-то да, прикольненько. А, хотел же за снайпера что-то попробовать. И забыл опять. О, кто-то у нас в лагере тут стреляет. Два раза в меня уже выстрелил. Гаденыш, надо в воду спускаться. Валяется. Опа, кончилось. Надо что. Найк Карлосоне. Black and... Не успел прочитать. Официальные лица правительства обещают провести расследование того, как такое могло случиться. Так я на этой карте за снайпера не попробовал. Писал, тылового обеспечения дали. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет. Вот Гамма Белару мой заклятый враг стал. Он меня и убил, наверное, 8 раз из 9. Другое неожиданное событие заключается в том, что Индира Ганди была избрана на пост премьер-министра Индии. Она первая женщина на вершине власти, с тех пор, как страна получила независимость в 1947 году.